Наша планета является особенной и уникальной. И эти 22 фотографии еще раз это доказывают. Такие уникальные природные явления просто перевернут твое воображение. Очень интересно, какое поразит тебя больше всего. Смотрим. Если ты боишься грозы, то тебе никогда не следует сюда приезжать. Это фото сделано в Венесуэле, над рекой Рио-Кататумбо. Представьте себе, гром и молнию можно лицезреть 160 дней в году, 10 часов в день и 160 раз в час. В Индийском океане на острове Рождества поздней осенью больше 120 миллионов крабов мигрируют из леса на пляж для размножения. Количество поражает. На первый взгляд это просто камень, но он живой. На пляжах Чили обитают эти удивительные морские существа. Действительно шокирует то, что эти камни живые наступили на один такой, убили загадочное морское существо. Страшно видеть то, как с них течет кровь. А вот в Пакистане было наводнение невероятных масштабов, и от него пытались спастись не только люди и животные, но и насекомые. Пауки для того, чтобы выжить, взбирались на деревья и плотно оплетали их паутиной. В горах при мощных потоках ветра возникает такая уникальная форма облаков. Вы, может, думаете, что это замороженные волосы? Вы ошибаетесь. Это иглы льда, которая поразила бактерия под названием сиреневый псевдомонос. Северное сияние – одно из самых красивых явлений на планете. Сначала на Солнце должен произойти взрыв, после чего в ионосферу Земли попадают заряженные частицы. Сталкиваясь с частичками разряженных газов, они заставляют их светиться. Просто река? Этот феномен можно наблюдать в Мексике. В реке формируются подводные течения. Морская люминесценция возникает тогда, когда планктон, двигаясь, излучает световые сигналы. Этот естественный газовый кратер в Туркменистане прозвали «Врата Ада». Пламя не переставало гореть с 1971 года. Эти молнии появились вследствие огромного выброса энергии вулканом в атмосферу. Эти камни в Долине Смерти в Калифорнии двигаются сами по себе. Ученые предполагают, что зимой, когда песок покрывается льдом, камни просто скользят по нему, оставляя такие вот следы. Кто раскрасил дерево? Сама природа. Ствол радужного эвкалипта, растущего в Индонезии, обладает разноцветной корой взрослое дерево переливается всеми цветами радуги. В Индонезии комплекс вулканов Иджен может разгораться свыше 1000 градусов, при этом в атмосфере сера вступает в реакцию с кислородом и лаву превращает в голубую жидкость, бегущую по вулкану. На севере Танзании расположено солено-щелочное озеро Натрон, а соли в нем настолько много, что трупы животных превращаются в статуи соляные. Одной из самых великих загадок для человека является природа. Скорее всего, нам никогда не удастся разгадать все ее тайны. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.